Всем привет! Мы продолжаем серию песен для рассады в нашем замечательном огороде еды. У нас все колосится, распускается, зеленеет, растет. И чтобы этот процесс шел еще быстрее и веселее, мы пригласили к нам замечательных московских музыкантов Николая Добкина и Андрея Бессонова. Сейчас будет очень весело. Сегодня будут песни без слов. Ночь без сна. Да. Ты Лониуса Монка прозвучало. Какое нам, что нам сыграть, чтобы не угасить порыва? Игру престолов? Да, мне кажется. Коротенько. Да, так, конспективно. Тезисно. Тезисно. Прекрасно. Люди заняты делом. Да. Хорошим делом. Да. А мы способствуем. Да, мы помогаем. Ой, вот так. Это Джейн Фан? Да. Rhythm Changes? Да. Кто первый бас играет? Я вообще бас поиграю. Ну и соло. Да.
Таинственное произведение, вот никому не известное, очень загадочное, можно сказать, саспенс. Да. О, благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Это манго. Сушеная. Кузенька. Ну, сейчас придется подождать. Да, да. Можно пока... Скажи. Только этого не хватало. Вот. Для... Да. Да, теперь все зазвучит, я бы сказал. Ну, теперь-то да. Теперь-то. Сейчас, только у меня водичка скопилась, простите. Это называется конденсат. Надо, кстати. А, можно. Кстати, можно, да. После манго. Специально. Да, чуть-чуть. Благодарю вас. Костя, налей инженеру стакан. Ой, восхитительно. Спасибо большое. Так. О! Так, обещанные незнакомые произведения. Thank you.
Thank you.
Андрей Бессонов.